Приветствую, друзья! По вашей просьбе сегодня мы с вами прогуляемся по улице Бахчеванджи к дому номер 27А. И начну я свой маршрут от кинотеатра «Комсомолец». Улица была названа в честь нашего земляка, героя Советского Союза Бахчеванджи, летчика-испытателя первого советского самолета с ракетным двигателем. Дом по проспекту Нахимова, 174/1. На горизонте спорткомплекс «Ильичевец» и телевышка. Это здание – бывший кинотеатр «Комсомолец». Возможно, он и останется кинотеатром. С торца этого здания – центр государственных и муниципальных услуг. Мои документы. Дом по улице Бахчеванджи, номер 5. По этой улице в основном пятиэтажки, и все они в процессе восстановления. Здесь снесли жилой дом, и на его месте будут возводить новый. Здесь, по-моему, была 14-этажка из красного кирпича. Это бульвар Богдана Хмельницкого. Его еще будут приводить в порядок. Он тянется вниз к проспекту Нахимова и к центральной аллее Приморского парка. На этом месте тоже снесли две пятиэтажки, пятиэтажный дом по адресу бульвар Богдана Хмельницкого, 10/9. Этот дом приводят в порядок, и он будет выглядеть лучше, чем раньше. Напротив пятиэтажка Бахчеванджи, 10/6. Ее восстанавливают. Следующий дом, номер 12. Кстати, друзья, специально для вас стал снимать видео ближе к вечеру, для того, чтобы показать вам, что на улице есть люди. Потому что до 4 часов вечера людей на улице почти нет. Подростки учатся, взрослые на работе. И люди выходят на улицу после 4 вечера. Дом номер 14. Для сравнения хочу вам показать. Прямо передо мной пятиэтажка. Посмотрите, как она выглядит. Серая. Но она в процессе восстановления. И чуть позже она будет выглядеть вот так. Или вот так. Это дом номер 14 по улице Бахчеванджи. Здесь все в процессе восстановления. Во дворах валяется много строительного материала, а также и мусора.
Но когда работы закончатся, весь мусор будут вывозить. Здесь поставили новую остановку. Через дорогу пятиэтажка номер 15. Ее еще будут восстанавливать. Дом номер 20. В каждом доме работают строители. Это дом по адресу Бахчеванджи, 22. За этим забором был дом номер 17. А это снова номер 22. С другой стороны. Здесь тоже монтируют новую остановку. Я подхожу к перекрестку, проспект Строителей и улица Бахчеванджи. Дом по проспекту Строителей, 62. Дом еще в процессе восстановления, но выглядит уже красиво. Кроме, конечно, этих курятников. Через дорогу рынок Бахчеванджи. Дороги по этой улице тоже уже шикарные. С этой стороны часть дома по проспекту 62. В процессе восстановления. Эту часть дома разбирали, а теперь заново выкладывают стены. И мы уже приближаемся с вами к дому номер 27А. Дом номер 23. А это высотка, дом номер 27А. Дом огорожен забором, и его восстанавливают. Отсюда видны новые выложенные стены из газоблока. Слышно, как внутри работают строители. Паспорт объекта.
Вот так дом будет выглядеть, когда его восстановят. Окончание строительства. 4-й квартал 2023 года. Это пятиэтажка по адресу Зелинского, 13. Вот так дома выглядели раньше. Итак, друзья, сегодня мы с вами прогулялись по улице Бахчеванджи и посмотрели на процесс восстановления этой части города. Мариуполь возрождается. Всем мира и добра. Пока!